Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии в Old World за Карфаген, в которой мы знакомимся с новым дополнением Wonders and Dynasties. Чудеса и династии. В общем, вот одно из чудес, кстати, построено. Но это, правда, не новое чудо, это Муссион. Так, здесь... А где мы Акрополь? Так, вот тут еще Акрополь строим. Кстати, новых, по-моему, чудес даже и не построили ни одного. Так. Надо расставить просто... Я хочу сказать, что юниты у меня стоят в бараках, то есть прокачиваются без войны. Так, вот этого надо на стрельбище кого-то. Ну, вот этого, предположим. У нас новое стрельбище появилось. Так, тут я дорогу в Помпеи веду. А, этот походил уже. Так. Отремонтировать здесь пастбище. Игра предлагает тут какое-то чудо попытаться все-таки. Царская библиотека. Но я бы лучше колосс где-то здесь на побережье сделал. Хотя царскую библиотеку тоже можно было бы где-то. Прилегающий центр города нужен. Кстати, может быть, в столице здесь где-то и поставить? Так, тут по монахам угораем. Это, наверное, последователя иудаизма сделаю. Ладно, тоже монаха. Помпеях, архив. Тут бы я стены сделал на всякий пожарный. Вдруг хетты. Но у нас, видите, амбиция мир заключить. Мы сейчас пытаемся перемирие с Римом. Потом я попробую мир с Египтом. А в это время буду улучшать отношения с Римом и с ним мир. Так, а законы у нас... Блин, нам надо еще один закон. Раз, два... Нет, четыре закона принято. Так, может тогда все-таки я крепость построю здесь? Причем вот здесь нам надо. Чтобы соседство было с бараками. И мы можем уникальные юниты наши тогда строить. Так, тут его заменить.
Control. У меня стрельбище только пока в столице сделаны, да? Блин, вот нам бы как бы встретить всех, я боюсь, как бы Ассирия там по очкам не улетала, захватив Вавилон. Царица-консорт заболела, наместник Сулок заболел. Посол вылечился, так, хорошо, наместник... Тоже вылечился. Проникли на территорию Египта, но были обнаружены. Иудейское искупление. Так, так у нас все... иудаизм полностью улучшен. Надо посмотреть, что там попринимали. Так, я бы храм открывал. А в навигации у нас что? Беремы, колонии, крепостничество. Так, значит, у нас в теологии здесь формализм. Просто дает на 10% меньше содержания городам. Дуализм. Науку за религию. И искупление. Гавани и деревни плюс 20% ресурсов. А после того, как собор построится, то рудники, каменоломни и лесопилки плюс 20% ресурсов. Ну, ничего так. Причем все это не я укреплял. Так, принимать ли закон? Так, тирания, конституция, наука за городского, плюс 8 всего, плюс 8. Ну, кажется, нафиг надо пока. Колония позволяет покупать клетки за деньги, крепостничество, 5 приказов. Ну, уже приказов нормально, мне кажется. Лучше подержать эти... Этот соцкапитал, например, для губернаторов, или там мы мир пытаемся заключить. Так, как у нас тут Египет выглядит, тоже небольшенький. Давайте теперь в Грецию попробуем проникнуть. Так, заканчиваем Помпеи присоединять. Все, у меня все города соединены.
Я думаю, надо с хеттами еще как-то соединиться. Так, на лаванде я пока не могу рощу строить. Не открыто просто. Так, тут крепость тоже. И стрельбище. Так, в утике форум. Нет, вот мехов нет, тут просто охотники найду. Нет, не хочу. Наверное, давайте архив и потом монаха. Тут два хода еще, монастырь. Я ускорю за муштру потом. Ну, следующим ходом, например. Так, слоник пускай стоит. У нас еще война с Римом идет. Но я думаю, следующим ходом мы перемирие Так, наверное, штурм прокачаю. О, наконец-то скаута выпустили. Блин, тут реально прохода нету. Бедный Рим зажат оказался. Так, теперь нам надо до Египта добраться. Что я почему-то не могу не мог предложить мир в прошлые разы, потому что, типа мы не встретились каким-то образом. Вот, at least one nation hasn't met the other. Странно. Посол уверен в себе, плюс одна харизма. Тяжелого больного агента. В Хатусе мучает постоянно рвота и понос. Съел что-то там у хеттов. Агент стал больным. Тяжело больной. Наместник в сулках боится, что ему мало осталось. А вот наместник Малх в Гиппон-Ригии считается крепким человеком. О, царица-консорт погибла прямо на службе. Ничего себе. Римляне перенимают поражение с достоинством. Ну, то есть я потребовал, чтобы мало того, что перемирие, так чтобы они мне еще и платили. Вон, 55 монет, 40 лет. Нормально. Так, посол... Национальный... Вот я не понимаю, почему я могу Риму предложить, а Египту все еще нет. Давайте еще раз попробую скаутом прям подойти к Египту. Ну это очень странно. Встретили кушитов. Ну
О, схватите и выпутайте секреты кушитов, давайте. 270 науки. Причем тут уровень отношений? О, вот, появилось. Было написано, типа, что одна из наций не встретила другую. Вот теперь я дошел до Египта, наконец-то есть. Но я, наверное, все-таки с Римом сначала попробую. Потому что с Египтом у меня вряд ли будет ухудшаться отношения, а вот с Римом могут. У меня просто, видите, амбиция. Моя амбиция, мне три мира надо заключить. Так, и теперь шпиона. Ну, давайте вот это Отр из Помпеи. Не успели мы внедриться в Грецию. Умерла женушка. Проникнуть в Грецию. На похоронах царицы консорта Фейрус Биркат из Утики беспочвенно обвиняет вас в смерти вашей супруги. Она заявляет, что вы подстроили покушение, дабы расчистить путь для своей любовницы, жрицы из местного храма. Разумеется, это наглая клевета, но ваша репутация все равно может пострадать. Так, ну давайте обвиним в ответ. Однажды к вам во дворец приходит уверенный в себе юноша, преклонив колено перед троном. Это я, Магарбал Судья. Мое обучение политике завершено, я возвратился. Маленький мальчик вырос и стал образованным аристократом. Так, местечковым правителям пригодятся его знания. Пускай изучает текущую... Пригодятся знания, нам соцкапитал нужен. И так, у него 3 харизмы и 2... Да, пускай мудрость добавим. Так, главу шпионов мы уже выбрали. Для посла мудрость, харизма... Ну, мне кажется, харизма для посла важна. Ну, мудрость у него тоже, но у него мудрость нормально там. Следователь иудаизма. Где у нас еще не распространено? Гадрумет, Банония и Помпеи. Так, Банония и Помпеи это здесь, а Гадрумет здесь. Давайте, наверное, в Гадрумет как раз распространим, и потом вот этот пойдет монастырь там строить. Следователя сделаем. Так, в собрате монах-ученик. Слева рядом с чем? Должна быть тумана войны между... Ну, может быть. Типа, чтобы проход был максимально. Но все равно странно. Мы как бы встретились. У меня даже событие было о встрече с Египтом. Там какие-то между нами тоже... Еще какие-то события были. И написано, как будто мы не встретились. Ну, странно. Монах-мастер. Так, а вот здесь я хотел ускорить форум за муштру. Просто я следующим ходом хочу тоже монаха тут делать. Посмотрите, где-то может долго строиться что-то.
Все 3, 2, 3, 1, 3, 2. Не, нормально пока. Ничего не буду ускорять. Есть крепость. Мы теперь, кстати, в Карфагене можем наших уникалов строить. Может, лучше тогда вместо последователя построю уникал? Так, стоп. А кто там уникал? Там, блин, там что, морские юниты, что ли, уникалы? У Карфагена, ну тогда тупо. Так, где у нас цивилопедия? Old World-опедия. Нет, слоны. А, так слоны нам нужны, чтобы его строить. Слоны у нас только в сулках, получается. Но вообще это нечестно, мягко говоря. То есть у вас уникальный юнит. Ну, например, у персов, по-моему, лучник какой-то. То есть без всяких ресурсов строится. А тут нам слоны нужны, именно в этом городе. Вот еще слоны. Кстати, этих слонов скорее в Утику я бы передал. То есть у меня только в двух местах слоны, что ли, есть? Ну, прикол. Я же говорю, нечестно. Ладно, есть предложение царскую библиотеку построить. Рядом с центром города, да? Так. Это все 2 очка победы добавляет. Не понял, где тут гарнизон у меня? А, блин, вон слон своей жопой закрывает. Все города всадников. Не помню, почему тут всадники. Про уникальные юниты говорим. Так, ну вот тут тогда имеет смысл крепость поставить, да? Давайте или добежать до Уассета, все-таки столица. Ну, хочу агентурную сеть. А, тут еще. Так, тогда вот этим посмотрим, что у нас тут в Риме. Ну да, нету прохода никакого. А, все. Блин, а подожди, так а мы мир заключили, что это не считается открытыми границами? А, подожди, это перемирие только. Перемирие это еще. Когда мир будет, тогда будут открытые границы, да. О, слушайте, у меня минус по еде пошел. Кушит войну объявляет. Там с Египтом и кушиты, и хетты воюют. Что-то... Только нового главу шпиона поставил, она уже больная.
агент в Хатусе погиб. Ну, у него там были поносы, рвота. Но вот наместник в Сулках жалко, конечно, что погиб. Так, доктрину открыли. Это мы храмы теперь можем строить. Окей, давайте бесплатную берем. Так, нового наместника. О, плюс 3 счастья. Да, хоть и минус 12 денег, но плюс 3 счастья — это круто. Наместник в Карфагене праведный надо брать. Так, сразу храм тогда. Сейчас мы их открыли, потому что он тоже плюс счастье дает. Один ход до мира с Римом. Проникновение — два хода. Блин, надо что-то с едой уже начинать делать. Ну, а с другой стороны, самое дешевое здесь. Может, я и вывезу. Из-за зоны контроля не могу свалить теперь отсюда. О, слушайте, а тут у Ассет не берет ли кушиты-то? Десять науки, 4 соцкапитала, 11 монет вход. Ну, правда, он старый. Ну, стоит, эти агенты стоят всего лишь два приказа поставить. Так что умрет, так умрет. Это ж. Что там вообще у них? Да, Египет в войне с кушитом и хеттами. Египет гораздо слабее. Хетты одинаково со мной силы. И кушиты одинаково со мной силы. Ну, походу. Хотя я тут не видел, чтобы хетты как-то сильно нападали. Вообще так, по-моему, легко было бы держать. Три клетки прохода всего. Да и от кушитов тут сколько? Две клетки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, получается, мы только Ассирию не встретили, потому что, ну, вроде как, восемь должно быть. Но при этом Ассирия убила Вавилон уже. Никак не пройти, да? Так, отправим Магонидам дары. Ну и все, больше вроде ничего сделать. Может, брак с кем еще заключить? Давайте хеттам предложим. Или Египту. Я сейчас мир с Римом заключаю, чтобы с Египтом не ухудшились отношения. Ладно, Египту давайте. Блин, 20 приказов осталось. Племенной налет около Сабраты. О, глава шпионов выздоровела. Все в иудаизмы переходили, отлично. Мир нас устроит. Так, еще один мир заключили. И брак. 50 лет? Кого мне подсовываете? Что это такое? Вот интриганку. 33-летнюю. Выглядит, конечно, подозрительно. Меха-интриганка.
бесплатную берему забрали. Ну, давайте уже рощу откроем. Я помню, только лаванду строить. В Гадрумете получила известность верховная жрица. Она первая в истории записала церемониальные псалмы иудаизма и поделилась ими с народом. Эти сочинения возвращают страждущих в лоно иудаизма. Религиозные лидеры просят помочь им распространить ее творение среди жителей Гадрумета. Делитесь, но за плату. Бесплатный закон догматизм. Но Магон становится нетерпимым. И минус 20 тогда с царицей из Египта будет. Ну а с иудаизмом вообще плюс 300. А, давайте просто делитесь эти псалмы. Не хочу с семьями, чтобы минус был. Хотя там всего минус 20, но не хочу. Псалмами за плату пускай. Делятся. По Карфагену быстро разлетаются слухи о том, что священный город иудаизма Пер-Рамзес находится в осаде. Когда опускается ночь, видны становятся отсветы костров, при помощи которых лидеры иудаизма собирают своих подданных, чтобы вознести молитвы во имя безопасности священного города. Да, причем в осаде этих вонючих зороастрийцев, которые огню поклоняются. Матриарх Никалмати Интриганка произносит во дворце пламенную речь, рассчитывая на помощь Карфагена в столь трудный час. Ну, я бы открыл границы. В войну мы, конечно, вступать не будем, а вот границы откроем. Царь Магон Могучий написал объемный труд, защищающий своды иудаизма от нападок безбожницы, вдовствующей царицы Мады Скифки. Так это мама же, нет? А мачеха? Работа стремительно набирает популярность в ученых кругах. Вдовствующая царица Мада Скифка на коленях просит вас запретить ее распространение, дабы она могла сохранить лицо. Отказаться цензурировать. Хотя... Какие у нас с ней отношения? Сторонне отказаться. Так, пора на еду строить всякое. Так, надо где-то домик, наверное, вот сюда хочу. Так, а где тут налет у Сарбаты, сказали, да? Вот налет. Ой, ну он еще как минимум один ход будет идти пока. Вообще два хода, ладно, не буду. Скорее, надо посла отправить мир с Египтом заключать. Пока Египет не убили там. О, берема. Поплыли. Но мы ж не в войне с Грецией, меня не убьет. Так, я думаю, я не буду... агентурную сеть в Бариуме и Помпаэлло делать там не особо интересно. Мне бы как-то скаута в Грецию на самом деле перевести.
Может, здесь какой-то будет пролив не такой большой. Налет у Сарбаты, типа, но юниты пошли на Помпею. Или Банонию. Ну, короче, не на Сарбату. Так. Генерал африканского слона захворал. Наместник Малх и Сарбаты распутный. Глава шпионов успешно проникла на Грецию. Огромная, кстати. И верховный советник перешел в иудаизм. Нормально так Греция тут. Что это за название города? Регион. Так, ну давайте теперь в кушитов внедряться. Ну, не знаю, постоять еще. Ну, вот этих ребят, наверное, надо перекинуть. Единственное. Так и так. Сюда пускай тут постоит. Средиземное море открыли только сейчас. Понимаю. Блин, чтобы скауты сами по себе по морю плавали, там должен быть закон какой-то, по-моему, открытие земель. Но я не буду эпос менять, эпос слишком много культуры дает. Так, последователь иудаизма. Монах-мастер. Ломастер. Так, ну что, Банонию будут атаковать? Царь фракийцев умер. Вдовствующая царица тяжело больная. Ваша вассальная... Ага. Узнали только об этом, минус легитимность. Генерал Слонов погиб на службе и попереходили в иудаизм. Отлично. Да. А, блин, Египет хочет задать... Ну, ладно, дадим. Что поделать, надо амбицию выполнять. Укрупнение земель открыли. Давайте фалангу пока.
Вскоре после того, как разлетаются новости о кончине Бадестарта-младшего, ваша мастерица тайных дел Отор выходит из тени и рассказывает вам кое-какие подробности из жизни покойного. Так, раскрыть. Давайте, наверное, оставим все в тайне. Глава шпионов. Отор считает, что Биркет из Утики и семейства Баркидов имеют виды на трон. Вот только доказательств этого у нее пока нет. Отор просит разрешения связаться с агентами в рядах Баркидов, чтобы собрать больше сведений. Но, видите, у нас с ней хреновое отношение, у нее минус 210. Так что да, пускай займется, чтобы обезопасить себя от переворота. Сейчас ударим, сейчас мы все тут порешаем. Харизму. Хотя что у нее тут? Благая дисциплина. Ладно, отвагу. Все-таки генерал. Рудник. Построим. Так, у нас минус 38 по идее. Все остальное меня, в принципе, устраивает. Я даже, наверное, прокачаю уже на метке стрелок. Крепость где-то надо, придется немножко в стороне делать. А, это он уже делает крепость. Стоп, так нормально. Да, давайте, может, колосс? Нет, еще мало. Камней еще мало. Ну тогда давайте ферму у нас с едой. Проблемки. Так, Акрополь 2 хода. 5 ходов царская библиотека. Я вот тут никак не поставлю берему, чтобы можно было перебраться, да? Да, слишком маленький пролив. А может здесь где-то берему поставить, чтобы он так вот так перепрыгнул? Тогда надо скаута обратно вести. А, у нас, кстати, еще лишний этот есть. Драгоценные камни. По-моему, они кому-то, да, магонидам надо выдать. Я не могу сходить в Банони, потому что религия не распространена сюда. Соль?
А где у нас тут соль была? Подожди. Вот тут соль у нас разве? Тут руда. Почему мне? Просто типа заранее. Ага, понял. Ну, не знаю. Хотя, ладно. Не помешает. Так, тут на пастуха надо, вот на лошадей, чтобы... Ну, там и еду даст, и приказы. И в Карфагене. А, давайте в Карфагене тоже еще последователя иудаизма сделаем. Побыстряне. Мне просто надо еще и разнести феодализм по... Ой, феодализм. Иудаизм по двум городам. И храмы еще строить надо. Тяжело больного верховного советника мучает по 5 рвоты и понос. Господи, чё ж они одинаково так... Наместница горделивая. Вдовствующая царица погибла на службе. Не пережила то, что о ней рассказали. Греция в иудаизм обратилась внезапно. Что за эра мира? Все города два роста и два счастья вход. Вау, у меня такого не было еще. О, персов встретили. Блин, так еще и персы... И еще Ассирия есть. Так, ну персы по очкам так себе, ладно. Наши разведчики встретили странников из далеких земель. Они говорят на странном языке, но в остальном кажутся безобидными и даже желают установить отношения с нашим народом. Но стоит ли рисковать безопасностью? Говорите с ними без опаски, давайте так. Ценители культуры в Карфагене планируют устроить конкурс поэтов, чтобы воспеть свой чудесный город. Они хотят, чтобы их наместник Хирам из Сулок принял в нем участие. О, Карфаген, кстати, стал легендарным городом. Так, у него дисциплина только, да? Можно отвагу повысить, мудрость. Давайте мудрость. Храмы и святилища Карфагена теперь все чаще украшают текстами, выбитыми в камне или отлитыми в металле. Эти тексты описывают законы и правила для служащих там жрецов. Некоторые жрецы считают, что нужно придумать и закрепить систему, чтобы следить за актуальностью этих текстов и обновлять их, если они устареют. Так, проследить за тем, чтобы все бумаги отвечали духу времени... Заявить, что, судя по письменам, большинство правил все равно соблюдается. Ну, я бы счастье скорее взял. Но минус 290 сус капитал. Ладно, нормально. Похоже, подозрения главы шпионов насчет семьи Баркидов были беспочвены. Несмотря на возникающие иногда разногласия, они остаются верны престолу. Ладно, я устал. Но я не могу, видите, я только что потратил соцкапитал. Я бы, честно говоря, продолжил. Вот уже много сезонов, в этих землях царит покой. Ужасы войны давно забыты, и мы вместе с нашими соседями смотрим в будущее с надеждой. Куда вы приведете Карфаген в эти мирные времена? Эра мира начинается. Так, организуйте торговые маршруты с Римом. Нет. Укрепите связи с Хеттским царством. Пригласив одного из аристократов к нашему двору, воспользуйтесь наивностью соседей и украсть их секреты. О, я хочу воспользоваться наивностью и украсть их секреты. До вас дошли слухи, что наместник Кодмуш-воин поселился в Королисе, где за его мудрым советом уже выстраиваются очереди. Когда вы просите его объясниться, Кодмуш заявляет, что во дворце его никто не слушает, поэтому он решил делиться мудростью с теми, кто чтит слова старейшин. Затем, наклонившись ближе, он говорит вам несколько слов о ходе времени и конце света, и добавляет: слушай меня или не слушай, то выбор молодых. Так, я возведу памятник нашему наследию. А, это у нас амбиция начинается. Так, контролировать 4 чуда света и одно легендарное.
Ну да, мы, смотрите, два строим сейчас. И легендарное мы сможем начать строить. Вообще выполнимо. Так, 10 старших специальностей тоже выполнимо. А, давайте по чудесам, потому что нам реально, собственно, еще одно чудо только осталось начать строить. Так, нового нами... А, у меня нету соцкапитала, чтобы выбирать наместника. Бесплатный боевой слон, бесплатный лючник навер... Лючник, лючник. Давайте слона. Так, один ход. Я бы фермера просто сделал, а не... Ну, или здесь... Так, давайте, наверное, совет. Один ход просто проведем. Что нам для легендарного там надо? Блин, я, по-моему, там легендарная где-то... Ой, по-моему, я тупанул сейчас с амбицией. Я вспомнил, что мы там смотрели, что я построить не могу его нигде. У нас два легендарные. Один требует священный город, которого у меня нету, а другой требует засушливый или песок. Блин, я только сейчас вспомнил. А у меня нету... У меня даже местности такой нету. Это ладно, в моем легендарном городе. Подождите, а если я в Карфагене сделаю святилище и будет основан карфагенское язычество, он будет считаться священным городом? Любая религия. Мне, походу, надо святилище строить в столице, видимо. Я просто по-другому не вижу, как мне легендарное чудо сделать. Что такое легендарное чудо 400 СК? Блин, как мы его не убиваем тут чуть-чуть? Так, этот вкушитый проникает, советник. Блин, он, правда, больной. Может, ему уже ничего... Да, и 77 лет, да, ему лучше ничего, собственно, как и послу, не давать уже приказов. Они тут умереть довольно скоро могут.
Так, следующим ходом мы Акрополь достроим, это у нас приказов уже станет немерено просто. Так, что там еще для... Требуется 1800 камня и 400... Да, так еще святилище надо сделать. Так, здоровье наместника Каралиса. Каралиса, да. Ухудшилось. Глава шпионов Кушитов открыл. Верховный советник умер. И мы Акрополь построили. Бесплатный боевой слон. Давайте суды строить. Возрадуйтесь, ибо рукой своей, воздетой к небесам, Греция приветствует жалких варваров пограничья. Сулки покорится Греции, и если вы не примете этого, вторая рука Греции, да пожалуйста, типа, давай воевать. Удачи. Каждый из знатных семей желает разместить в стенах священную сокровищницу. Ну, у нас со всеми, ну, давайте Деданиан. Ну, хотя у нас со всеми отличные эти, да? По словам ваших придворных, герцог Ганнибал с каждым днем все больше походит на свою мать, принцессу консорта Опию Скифку. И стал суеверным. Плохо. Как и предупреждали египтяне, небо на горизонте потемнело от знамен надвигающейся орды, враг у ваших ворот. Дальний племенной налет около Гиппон-Регия. Ой, ну прям три юнита. Вот это налет. Мех. Так, давайте мех отправим в Утику. Так, но на этом я, кто в записи смотрит, я на этом серию остановлю. Стрим-то сейчас продолжится, а вот серия на этом завершается. Загляните на огонек, на сайтики мои, социальные сети, не забудьте подписаться. Ну и там комментарий, лайк, вот это вот все сделайте. А...